Это ты, получается, в Playboy когда пришел? Давай дальше. Брал ли ты фотографом? Да, классная штука была. Снимаешь меня, снимай. Нет, я поем, пойду. О, как тёлка моя бывшая говорит. Я сейчас, по всей видимости, поебал получу. Мне кажется, надо баловаться на протяжении всей жизни. Баловаться в хорошем смысле слова. Это Гагарин Шоу, 23-й выпуск, 3-й сезон, как вы смели догадаться. Бюджет наш еще не исчерпался. И с вами бессменные ведущие Владимир Носов, Глеб Ушаков, Феликс Редько. И человек, на котором исчерпается бюджет, Влад Иваненко, это я, главный редактор и издатель журнала Playboy. Yeah, boy. Fly girl. Заставку. Заставку. Поехали. Скажите, Влад. Да, это микрофон мнимый. Говорят, что вы родились в Санкт-Петербурге. Верно говорят, все правильно. Как вам город? Обалденный город, красивый. Телеканал СТС. Слушаю вас, да. Владислав, подскажите, пожалуйста, а случались ли с вами? Нет. Ну и спасибо. Обожаю журналистику. Нет, город на самом деле классный. Он воспитал во мне, как мне кажется, человека интеллигентного, человека, который может понимать, что такое слово на самом деле, уметь разбираться с текстами. Именно поэтому я работаю в журнале Playboy, где текст не самое главное, а главное красивая сессия. А я больше люблю поп. Давайте заново. Да нормально. У меня, кстати, с Питером связано много всяких важных историй. С моей будущей супругой мы решили, там на Невском проспекте было такое кафе Stars Only. Мы там жестко набухались и решили сделать татуировки. Вот, и пошли по Невскому, значит, и увидели, значит, треногу вот эту, и на ней написано «татуировки» и «во двор». Ну, это вот, питерские дворики, конечно же, все, мы туда зашли. Ну и все, как бы на первом этаже в подъезде, как бы квартира, это, собственно, и есть тату-салон. Вот, но я таких декораций не видел больше нигде. То есть это куклы Барби с приделанными огромными ***ми, вот такими. Мне кажется, история закончилась тем, что вы не перепутали, вы не заметили, как татуировщик перепутал иглу машинки. И написал «Бродской». Нет, это была героиновая игла, и вот они с женой до сих пор вместе. И с героином. В системе? Да. Ну, было бы охуенно, если бы он сказал, ну, тут такая история не связывает с Питером. Там пусть будет. И до сих пор мы с моей женой вместе. Да, да. Все хорошо в целом. Мне кажется, фраза... Давайте быстрее. Иногда тяжело, иногда мышцы сводятся. Мне кажется, фраза «да пусть будет» — это фраза, которая идеально характеризует это шоу. Да, да. Ты работаешь в издательстве «Бурда Украина» с 2001 года. Работал. Работал. Да, я уже уволился, и теперь вольный сотрудник, который сам себе на уме. Влад прошел путь от редактора журнала «Отдохни». Это было-было. До редактора журнала «Отдохнул». После... Блин, ты дал! Мужчина. Красиво? Красиво? Дело в том, что если кто помнит такой журнал, действительно он был. А что, его уже нет? Он есть. Но когда я его вел, он был. Да. Именно, знаешь, как-то грузинский мужчина, который надушился и идет. Есть ощущение, что как бы уровень после тебя подупал, да? То есть это уже не «Отдохни». Да, да. То есть уже нет этих обалденных ярких обложек, кроссвордов. Нет, дело в том, что там. Просто чтобы вы понимали, кого вы потеряли. Там был тираж 350-300 тысяч. А сейчас? Я читал этот журнал. А сейчас меньше гораздо. Сколько? Я не интересовался, потому что меня не интересует. Для своей семьи редактор печатает. Да, чисто для семьи редактора печатается. Нет, но вы же понимаете, что падают рейтинги, если говорить серьезно. Не из-за меня, а в принципе по жизни. Потому что всем интересны другие дела. Ну, рейтинг, ты имеешь в виду количество... В целом печатная... Печатная пресса идет немножечко... На убыль. Идет в ногу с Натальей Могилевской по важности. Ты вот давай, ты говорил, что... Кто готовил кроссворды в «Отдохни»? Вот что мне интересно. Дело в том, что мой зам делал гороскопы. Так. Я водолей, и он получал пи***и за то, что он делал плохой гороскоп для водолея. И мне всегда везло. И оно сбывалось. И...
личная кукла Вуду. Я его не увольнял из-за этого. Нет, а реально был... ты кроссворды делал прям сам? Ну какой я? Ну, ну расскажи, кто это делал? Техническое процесс? Ну квадратики рисовал, я не знаю, как оно делалось. Оно само появлялось в журнале. Вы сами разгадывали, вам интересно было, да? Да-да-да. Ара, знаешь, тебе на А, там, рак, ну, там, болезнь, спидорак. Ну, какие-то простые вещи. Спидорак. Простые вещи для тех людей, которые читали. Да-да-да-да. Облучение. Ну что-то такое понятное. Спидорак, спидораки надо. Ты, получается, в Playboy когда пришел? Я пришел в Playboy в 2010 году, ровно 10 лет в этом году. А как это получилось? Вот, как я пришел? Ну, да. Типа, позвали тебя, либо... Тебя позвонили, да. тебя позвали из журнала «Отдохни». Нет, это один большой издательский дом был. И было ли желание поместить кроссворды в Playboy? Конечно, я же прихожу с кроссвордом, говорю, ребят, так а что мы будем терять эту возможность? Да, тебя захантили. Это один большой издательский дом, не надо было ничего хантить. Был человек до меня, который... в какой-то момент не подошел, не понравился, и я поехал в Москву, со мной сделали собеседование. Потом нужно было еще пройти ряд, чтобы Америка тоже меня признала независимой республикой. Это серьезно? Но имею, ну как ты думал? Ничего. Но мы же каждый год встречались с Хью Хефтером, он знал все наши обложки. И... То есть ты с ним лично был знаком? Конечно, а как же? Офигеть. А были у тебя какие-нибудь... Секс с моделями? Откуда? Смотри, не нужно, у него была знаешь. История, кстати, Вова. Нет, то, что секс с моделями у тебя был, я уверен. Ладно. История была у меня одна. Да, я всегда, когда представлял себе вот эту фотосессию журнала Playboy, я думаю, ну как можно ходить вокруг нее, вот такой вот, фотографировать ее, и не ш... А ты понимаешь, что фотограф и главреж — это разные должности? Ну так ты же можешь прийти на съемку, ты же... Конечно, и фотограф. За то, что он плохо снимает. Или о чем ты спрашивал? Конечно, про фотографа. Именно об этом. Да, трахал ли ты фотографа? Вот что меня интересует. Да. Красивые бабы из журнала меня не интересуют. Шура новости. А то говорили, что тебя обвиняют в гействе. Да, классная штука была. Есть охеренная фразочка, кстати. Я давай. Вот по поводу этого инцидента. Вы можете его не перебивать, но... Как орех просится на грех? Нет, действительно произошла какая-то ситуация, да, с гомосексуальностью у тебя? Да не так было, я рассказываю. Короче, я думаю, мне пора появиться, привет. Самый нужный момент. Это я запомню, отвечаю, это я запомнил. Так. Как орех просится на грех. Я занервничал. Не волнуйся. У меня же ладошка вспотела. А можно я вопрос от себя задам? Да, давай. Влад, как ты думаешь, мне подстригаться или так ходить дальше, как обапил? Я предлагаю ему, знаешь, сделать прическу, как в «Один дома», вот это вот такую. Я была бы как из «Один дома». Here I'm coming in. А у него может быть нормальная такая же. Вообще было бы логично, если бы я был... Волосатым, а я маленький, лысенький. Да. Видишь? Вот, посмотри, как похож. Я тебе могу фотку даже показать. Да, кстати. Посмотри. Да, ну. Так а сделай вот, ну. Я тебе сейчас... Да ну я ж тогда испорчу. Ты что, огурец, чтобы вот испортить? Очень хорошо. Очень хорошо. Угу. Очень хорошо. Я вот тогда, когда вот эти все, значит, журналы читал и так далее, я представлял себе вечеринки, которые происходят у Хефнера, вот это вот, значит, да, его усадьбе. Расскажи об этом, интересно. На самом деле, я застал ряд вечеринок в Лос-Анджелесе, когда он их проводил. И мы были туда приглашены. Все примерно так, как, наверное, пишут и рассказывают об этом, только с одним небольшим условием, что человеку было 90 с небольшим лет, и он не всегда до конца участвовал во всей этой истории. Там был момент какого-то, может быть, 6-7 там, девочек, которые якобы проживали в этом доме, но они приезжали туда. То есть по факту он жил там сам, что ли? Ну, он там жил с семьей и с близкими, но... Все наносное, что есть, это ради того, чтобы понять, как происходило раньше, собственно, с 53-го года, чтобы вы понимали, с 53-го года, как происходила вообще жизнь у этого человека. Естественно, когда уже мы это застали, это было чуть-чуть, ну, больше театрального представления, поскольку... Да, человек уже выходил, да, всем привет, но, тем не менее, он еще общался с нами, он всех помнил. Вечеринка, это... когда вот самое главное было, когда, не помню какой год, там был Уилл Смит,
еще какие-то ребята. То есть он как происходило? Он говорил, что у нас вечеринка, и он приглашал, поскольку он жил, кто был в Лос-Анджелесе, знает, что... Беверли-Хиллз. Поехать в Беверли-Хиллз, это означает посмотреть дома знаменитостей. А там, значит, забор заканчивается примерно вот там. Ё-моё! Не бойся. Красиво. Не бойся. Профессионал, он там делал на 17 ну, не видишь, например, ничего. И ты проезжаешь на автобусе, и тебе говорят, вот здесь живет этот, здесь Брюс Уиллис. Здесь Хью Хефнер. И вот он в радиусе, там, скажем, километра говорил, у меня вечеринка, приходите, все есть. А для нас почему-то это звучит как-то, ничего себе там был тот-то. Я видел Элиса Купера, если помните такого, ну, вы, да. А, Уилла Смита еще раз. О, да. Ага. Бритни Спирс. Ага. Брюсик был? А, Ли? Нет, он уже почил. Хорош, он хорош. К тому моменту. Не, правда, ребята, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайки, колокольчики, потому что такого искреннего гостя вы больше никогда не увидите, я думаю. Как ты? Ребят, ваши лайки — это мотивация для того, чтобы творить это безобразие. Еще раз накричишь. Да. Мне тут попросили кое-что вам передать. Да, так. Спасибо огромное. Это небольшой сюрприз. Мы сейчас... Можно нам, да? Наконец-то, все. Как я рождался. Да. Спасибо огромное. Мы подготовили... Несколько обложек. Давай. Единственная деталь — лица женщин на обложках. Мы закрыли логотипом биткоина. Сейчас мы проверим, насколько ты профессиональный главный редактор. Угадаешь ли ты всех женщин? Окей? Давай, да. Окей? А можно и я буду угадывать, чтобы я, может, даже немножечко... Все будут угадывать. Все нормально, поаплодируем. Да! Работаем, работаем. На самом деле у нас очень большая аудитория, которая нас смотрит. К сожалению, мы не можем их показать, потому что они бывшие заключенные. Поехали. Так, я показываю в камеру. Пожалуйста, это первая обложечка. Бля, ну он уже же узнает их по одежде. Пусть он их узнает. Ну, пожалуйста, в этом же... Влад, это сделано? А, это ж как это... Ну-ка, кто? Марамика это, блин. Марамика. По-моему, она так и вышла, эта обложка. Я, ну, вот, чек без имени. Сейчас. Это, подожди, да, что вы поменяли тут? Да ничего мы не меняли, мы просто заблюрили название. Заблюрили? Это американская девочка. Так, это американская да, девочка. Это, которая выходила больше 10 раз. Ух ты, нихуя. А да, что у нее такого? Дай гляну. Давай я подскажу. И она, ей сейчас 50 с небольшим лет, на самом-то деле. Так. Ой, и так зовут красиво, ее, аккуратная грудь такая, вот сзади видно попка в порядке. Ты отлично играешь, что ты догадываешься. Нет, я знаю, кто это, ну, господи. Ну, она еще в сериале играла. Ну, конечно. Только если, не Роксолана. Да, ну, когда, где бегать надо? По пляжу. Название. А, Памела Андерсон. Памела Андерсон, вот так, она. Есть, отрывай. Это Памела Андерсон? Я угадал, Андерсон. Да, это Памела Андерсон. Так отгадал я, подожди. Покажи в камеру, пожалуйста. А что такие маленькие сиськи? Ты сказал, ну, как ее первый муж. Тут есть 14. Я не против маленьких сучек, но они прям... Давай дальше играть в эту игру, это замечательно. Бузова? Ну да. Это Ольга Бузова, очень просто. Серьезно? Да. Серьезно? Ну, смотри. Да какая это Ольга Бузова, вы же прикалываетесь? Я понимаю, что Black Lives Matter, ребята, но... Да нет, не отрывай, ну... А, ты посмотрел? И что, ничего не понял, да? Или там Бузова? Там дело в том, что лицо оторвалось, и он не знает. Влад, ну... Ну, прикинь, дизайнер это побаловал. Ксения Собчак, друзья. Да, я не шучу, это Ксения Собчак. Тогда было бы видно лошадиную подбородок. Это Ксюша Собчак. Из-под биткоина. Давай еще какой-нибудь покажи, вариант. Серьезно? Покажи. Я потерялся в этой метаиронии. По-моему, это Собчак, да. No. Вот такая смуглая. Да, Собчак. Это, да. Это так ей... это ей на пи***ь летело, это Собчак. А у вас так делают в журналах? Пи***сят людям тело? Ну да. Точно она. Ну она. А, это наемник. Чуть-чуть промазал, да? Давай дальше. Это из украинской... Алена. Потапа жена. Алена, да. Как ее зовут? Каменских. Настя Каменских. Настя Каменских. Опа. Это, значит, бывший президент Америки справа. Это Барак Обама? Барак Обама, да, это же бывший президент Америки. Но я не помню, с кем он. С какой-то... Ну, Гаррисон Форд? С Гаррисоном Фордом, да. С Гаррисоном Фордом, проверяем. Это же наверное. Это Гаррисон Форд. А кто это? Что за подруга? Это Гаррисон Форд. Что за подруга? Трансгендер Гаррисон Форд. Серьезно? Да. Да, он же теперь... Он теперь женщина. Ну, был женщина, а стал мужчиной Гаррисон Форд. Дай посмотрю.
На, изучи. На, подпишись. Как легко тебя в Оман увезти. Так. Какой трансвестит? Давай дальше покажи. Ебаный, что ли? Нормальная баба. Судя по размеру тела, это несколько людей. Или один человек съел другого. Да. Это значит губернатор Харьковской области. Да посмотрите, она здесь помадой рисует себе зайчик. То есть времени свободного до хуя. Она там сейчас помаду держит возле пупка, и пупок сейчас всосет этот весь тюбик. Посмотри, что за... Соответственно, там... это... Я реально понимаю, почему перестали... Это очень непопулярное люди... имя. Это почему перестали имя. Люди тащить на журналы? Потому что посмотри, что здесь происходит. Ну и что? А что происходит? Ну я бы не дал на Дональда Трампа определенно. Почему? А очень, кстати, неудобно дрочить на Дональда Трампа, если вот эта статья на самом деле, и они там на всех фотографиях вместе. А зачем вообще дрочить? Да. Да. Что? Да-да! Ты не понимаешь даже, как ответить правильно. Да, я в шоке просто. Я все, чем занимаюсь, это мотивацией. Вы меня вырвали в такой хороший час. А у тебя сейчас час? Час где? Час. Час пик. Прайм тайм для друга. Ладно, мы никто не знает фамилию. Ладно, кто это за? Давай, никто не знает. Ну вот какая-то женщина. Зовут ее как-то Кэрис Кроул. У нас была такая, но это в Америке. Это в Америке. Это, наверное, дань. У них была специальная подборка. Они перефотографировали модели спустя 30 лет. А-а-а! Так ты что? Ты сам наклеил это лицо? Потому что, да, ты это сделал или нет? Да нет, нет, это настоящая. Да это Борис Моисеев. Прочитаю. Там дело в том, что была обложка, действительно. Кэндис Коллинз зовут эту прекрасную бабушку. Галкин больше об этом бы тебе сказал. Ты знаешь, почему он не стареет? Галкин? Он пьет кровь. Потому что он стал старость. А когда конец? Ладно, есть последнее. Давай. Ну, вообще, это мое любимое, это то, на что я мастурбирую. Просто уже, это тренд моей мастурбации последних... А у мастурбации есть тренд? Да, конечно. Ну, как минимум, все верно. Криштиану Роналду. Нет, это человек, который придумал Telegram. Так. Но я подумал, что он такой... что написал там каких-то 6 или 7 пунктов, как правильно, вообще, как правильно выглядеть. И я приклеил свою голову к его... что скрывать? Оторви. Да, пожалуйста. Это, да. В общем, это я. Это вот он. Шолом пунтант по лесу никого не трогал. То, что... Вот, да не плачь. Ну, ладно. С Гариком Бирчей было интереснее и лучше. Потому что... Я думал, что ты сейчас скажешь, что ты долбёб. По лесу никого не трогал. Где бы еще встретились эти слова, понимаешь, в каком контексте? Вот. Так. Ампутант, это что за слово вообще такое? Это человек без рук. Это что за амплуа у человека по жизни, ампутант? Иногда смешно смеяться над таким. Над увечьями, да? Да. Да. Над спидораками. Да, да, да. Над спидораками и спидощуками. Да, они инфлюенсеры. Убили! Есть! Их убили, меня ранили, отлично. Поебись. Я же Монти Пайтон смотрю. Почему мне смешно? Разве? Классно довести до... Чайку включил, он включил чайку. Давайте подождем. Спина щука. Рассмейся. Я прочитал все твои интервью, которые у тебя были. Времени у тебя было, да? Было много, да. И вот что пронаблюдал. Там очень много интересных фраз, которые можно вырвать из контекста. Я сейчас, с твоего позволения, прочитаю тебе несколько таких фраз, а ты их прокомментируешь, давай, хорошо? Да. Он должен быть моим другом. Ну и что такого? Кто-то наслал мне в руку. Наслать в руку — это класс. Да, Влад, пожалуйста.
Ебать в руку, это класс? Да, пожалуйста, вспомни. Смотря про кого это речь. Или высший класс. Ты понимаешь, это метафора, это раз. Не-не, там шел разговор о том, что этот чувак реально кому-то нас**ал в руку на вечеринке. А, да? И ты так и отреагировал на это, да. А, значит, я кого-то защищал при этом. Ну, слушай, ну это... Леша Дурнев! Леха, ты! Ну, Леха вряд ли. Пора доставать пиковую даму. Смотри, ну, скорее всего, я не знаю, где ты это выцепил. Я имел в виду, что когда дружба настолько хороша, блять, ну пусть будет так. В целом можно и насрать в руки, да? Короче, давай так, насрать в руку это нормально. Да, давай честно. Давай честно. Ну, а что? Кто бы это сделал? Давайте краба, блин. Да, давай. Ну, реально. Руками, в которые спали люди. Но не на ковер же. Расскажи, что ты имел в виду. Я ни к чему не пришел, говоришь ты. Я все такой же дяй, каким и был. А что тут объяснять? Так у меня нет никаких претензий в этих фразах. Что тут объяснять? Просто... Посмотри. Человек выкупил бренд Playboy. Свободный. Человек выкупил бренд Playboy. Так. Он ездил на вечеринки с Хью Хефнером. Человек работает в топе украинской журналистики, издательства. Да. И он говорит, что я распи***ай. Да. Так он распи***ай. Да? Ну а как? Ну. Как у тебя если получилось? Не быть, ты знаешь, если не быть распи***ай, и вот если серьезно отвечать на твой вопрос. Да, вот я прошу серьезно. Да, поскольку все сильно замороченные и трудные, да, в нашей жизни, выкупить бренд Playboy не так сложно, надо просто деньги найти. Что такое выкупить бренд? Это означает продолжить его какие-то классные традиции. Классные традиции бренда Playboy — это оставаться все-таки классным человеком, как главред, и таких же людей себе подыскивать, а именно, которые могут смеяться над бездарностью, могут совершенно спокойно издеваться над плохими актерами. Мне кажется, надо баловаться на протяжении всей жизни, баловаться в хорошем смысле слова. Кайф, за это мы и выпьем. Давай телефон, установим тебе кошелек. Пока. О! А ты задашь вопрос. Вспомнил про свою функцию. Да, давай по-нормальному. Ты вопрос, а ты устанавливаешь. Да. Тебе. Так дай мне телефон. Сейчас на ваших глазах рождается новая звездочка криптовалютного рынка. Влад, главред журнала Playboy. 35 лет. Водолей. Смотри, это мы. Увлекается украинскими сериалами. Целеустремлен и молод. Девиз по жизни. А я уже тебя по это. Все. Я распи***ай. Устанавливают кошелек и приложение Bitcoin Global. Вот это удобнейшее средство для хранения и перевода, значит, криптовалюты. Мы устанавливаем тебе Bitcoin Global, потому что ты как бы начинающий игрок. Владимир, и что будет? Я правильно понимаю, наши подписчики могут также зарегистрироваться не могут, и установить надо. Это предложение. Наши подписчики, если им не взападло, если они на крысу не смотрят наши выпуски и являются истинными фанатами того, что мы делаем, могут, безусловно, установить приложение биржи Whitebit, которое входит в топ-10 бирж мира. А ссылка в описании, правильно? А ссылка понимаю, в описании, да? Все верно. Мы установили нашему другу кошелек Bitcoin Global. И отправлены первые. И туда уже отправлены $100 в криптовалюте. Бабки не проблема! И давайте я сниму... Вы на шуточке свели всю эту историю. Мы у каждого нашего гостя спрашиваем его понимание криптовалютного рынка и вообще существование криптовалют. Я и как ты к этому относишься? Есть, что это для тебя? Для меня это на самом деле речь некая, непонятная точно, потому что я очень рад, что у меня есть вы при этом. Когда ты чего-то не понимаешь, тебе нужны люди, которые... В этом что-то да сведущее. Книжечку-то раскроет. Допустим, раскроет. А твое отношение? Многие ассоциируют с пирамидой. Ассоциируют с надувательством каким-то. Вот как, Я думал, что это всегда на какая-то история до знакомства с вами. Серьезно? Конечно. Вот это круто, на самом деле. Нет, потому что, зная вас, вы не наебете людей. Если наебете, то я буду тогда в какой-то маленькой доле, и это будет хорошо в любом случае. Ну что же, вот и подошел к концу третий выпуск третьего сезона. Это было прекрасно, куражно, необычно, сложно. Мы были сегодня самые пьяные, такими пьяными мы не были еще ни один выпуск. Это было супер г***ще, но...
Самая главная и кайфовая часть нашего выпуска только впереди, потому что с нами Трулав! Попросим! Поняли, суки? Мы с тобою тлеем, снова тлеем. Ты на моем теле, в перестене, на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели, тлели. Мы с тобою тлеем, снова тлеем. Ты на моем теле, в перестене, на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели, тлели. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. Лэмбо, Лэмбо. Я хотел быть самым лучшим, только оказалось я. Ведь сегодня я узнал, что ты больше не моя. Детка, ай-яй-яй-яй-яй. Детка, ай-яй-яй-яй. Снова тлеем, растворяясь в темноте. Поскорей снимай одежду, что осталось на тебе. Мы потратим свое время, все потратим, ну и пусть. Я на утро буду знать твои татухи наизусть. Снова тлеем, ты на моем теле. Видишь тени на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели, тлели. Мы с тобой тлеем, снова тлеем, ты на моем теле. Видишь тени на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели, тлели. Мы обгорели и снова недели делим на деле. Ты хочешь тупо висеть, возьмем еще то, что съели. Неважно, будто понедельник забудь. Я заберу тебя в плен всем. Мы спали, соседи стучат по батарее. Давай нырять в постель, ведь мы с тобой за одну идею. И нам с тобой не уснуть. Все проверяем на деле. Я тебя на такси, но ты под утро вновь ко мне клей. Мы с тобой клей, снова клей. Ты на моем теле. Видишь тени на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели. Мы с тобой клеем, снова клеем. Ты на моем теле. Видишь тени на заднем сиденье. Мы горели, с тобой, сука, тлели. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. За рулем как будто Лэмбо, Лэмбо. Lambo, yeah, Lambo, Lambo, yeah. Yeah, boy! Снято? Снято.